Как мы помним из прошлых серий сериала «Ветреный», Миран забыл в номере отеля подарок для Райан. Он поднимается, чтобы забрать его. Вслед за ним идет и Райан. А там находится Харун, который пробрался в их номер, чтобы оставить записку. Но ему удается остаться незамеченным. Он прячется за стенкой. Влюбленные забирают свой подарок и спускаются вниз, в ресторан. Однако не только Райан, но и самого Мирана ждет большой сюрприз. Рядом с его подарком прикреплена записка, в которой говорится, что если Миран хочет знать правду о прошлом, то пусть найдет того, кому его мать доверяла свои тайны. Миран приходит в бешенство. Это означает, что за каждым их шагом следят. Даже в романтической обстановке не оставляют одних. А посмотреть очередную 33-ю серию вы сможете после 22 февраля.